Добрий вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». Сьогодні гість студії Руслан Нероди, депутат Миколаївської районної ради. Доброго вечора. Ми раді вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. Пане Руслан, відкрити програму хотілося б таким запитанням про вашу депутатську діяльність. Наскільки я розумію, наскільки я знаю, так, це для вас новий вид діяльності, так? Ви займалися дещо іншим раніше, то, власне, чому ви пішли у депутати і як ви сьогодні оцінюєте результати своєї роботи? Цей вопрос, я наверное, постійно задаю собі вопрос, чому я пішов в депутати, і все время різні відповіді сам собі даю. Как все, когда была волна, такой подъем, 13-14 год, все поняли, что надо что-то делать, идти, изменять страну к лучшему. И, наверное, каждый подумал, что именно я могу это сделать лучше других. И так у меня возникла идея, вот захотелось просто что-то поменять к лучшему. И в 15 году я пошел на выборы в депутаты и выиграл выборы в районный совет Николаевского района. Ну, хорошо. Когда вы стали депутатом, я, ну, насколько я понимаю, снова-таки, есть определенные трудности в том, чтобы быть депутатом. Мало хотеть что-то сделать, нужна поддержка тех, кто рядом, того же депутатского корпуса. Не было ли какого-то сопротивления? Легко ли быть депутатом сегодня в нашей стране, если мы говорим, ну, вот, на уровне района? Миллион проблем. Всегда есть сложности. Все депутаты, кто первый раз пришел в депутатский корпус, на службу на эту, то сталкиваются с теми трудностями, что просто нет практически никакой информации. Несмотря на то, что ты пришел из бизнеса или из какой-то сферы образования, культуры, и вроде бы там знаешь все, но этого все равно мало, чтобы быть настоящим, нормальным, грамотным депутатом. А что значит нет информации? Нет какой информации? Нормативные документы, но вроде как есть, да? Или это инструкции, как быть депутатом? Кстати, есть книга такая сейчас. Серьезно? Да, как быть депутатом, что должен знать депутат местного самоуправления. А кто написал? Это ребята, скажем так, грантожеры, которые проводят обучение депутатам. Я был на нескольких семинарах, и, кстати, очень полезно ее читать. Если бы ее прочитал в 15 году, когда шел на выборы, то я бы, наверное, был более полезным депутатом, чем я был первые там полгода, пока набирался информации и знаний. Ну и, собственно, да, вот каково оно депутатство? С какими проблемами вы лично столкнулись, когда стали депутатом? Вы говорите, миллион проблем. Какие? Первые полгода просто старались хвататься за все везде, где мы видели проблемы. И вырубки посадок, и какие-то социальные проблемы, отсутствие водопровода. Мы везде хотели, ну, депутатский корпус молодой, везде хотели помогать. Везде мы думали, что мы вот такие, мы же предприниматели были хорошие, вот сейчас мы придем, топнем ногой, покричим. То и есть хороший хозяйственник и хороший депутат – это разные вещи, абсолютно, да, получается? Абсолютно. И потом оказалось, что есть очень много законодательных и бюрократических препятствий. Что даже когда очевидно, что вот это должно быть вот так и вот так, а когда начинаешь решать проблему, то законы просто не всегда позволяют, или бюрократические препятствия какие-то не всегда позволяют просто решить простую проблему, как вот ты видишь ее, как бы ты решил ее в бизнесе у себя. Ну хорошо, а ресурс для решения этих проблем, во-первых, во-вторых, есть ли возможности? Ну, наверняка есть возможности избежать вот этих препятствий, но для этого все равно нужен ресурс. Невозможно там вкладывать свои собственные деньги, да, все время, это тоже неправильно. Надо как-то решать не узкую проблему, а то, что привело к этой проблеме, правильно? Совершенно верно. Ну, для того, чтобы... То есть мы пришли к проблеме, увидели проблему, поняли, что ее надо решать, и тогда начали изучать с самого начала, откуда оно пришло, что мы можем с этим сделать. То есть все процессы и механизмы изучать. И чем больше ты изучаешь, тем больше сложностей появляется на пути. Как только начинаешь решать проблему, то узнаешь столько всяких мелочей, как говорят, дьявол кроется в деталях всегда. Столько деталей, столько мелочей, что тут надо написать, тут надо месяц подождать, тут надо выдержать какой-то срок определенный. Пока ты выдерживаешь этот срок, уже поменялась ситуация, уже надо что-то другое предпринимать. И вот пока мы научились лавировать между собой. Лавировать, да. Прошло время, и, конечно, сейчас, смотря назад, как я решал
проблемы в начале своего депутатства, то, ну, думаю, что можно было бы все сделать, конечно, по-другому и быстрее. Ну, в принципе, никогда не возникало такой мысли, боже, боже, куда я влез? Да, в последнее время все чаще и чаще. Потому что, да, очень много, ну, нет дружбы. Все те понятия, которые вот ты привык до того, как стал депутатом, это дружба, какие-то честь, договорные отношения, что вот часто в бизнесе ты... Достаточно слова. Да, не всегда нужно подписывать договор. Ты можешь пожать руки, и ты уверен, что человек это сделает. В политике это очень плохо работает. Человек человеку волк. Да. В политике можно наткнуться на разные проблемы. Никогда не можешь быть уверен в людях, которые тебя окружают. Люди говорят тебе одно, разворачиваются, и даже твоим друзьям говорят другое. То есть я столкнулся со всеми вот этими неприятными моментами, прелестями депутатской деятельности. Ну хорошо, уже, собственно, 2 года, да, прошло депутатской деятельности. Почти, есть ли какой-то, да, выработали какой-то рецепт, как вести себя, как действительно вот лавировать между всех этих проблем и при этом, ну, сохранять лицо, имя, имидж? Вот смотрите, может быть, я немножко так некорректно скажу, но первый год в основном, наверное, все так думают, и даже люди, которые избирают депутатов, что депутат – это, в принципе, тот, кто должен приходить на мероприятия, выступать с речью, дарить подарки. Ну, такой, ну, свадебный генерал. Да, свадебный. И не обязательно, чтобы он больше появлялся. Ну, не обязательно, это не нужно. Часто… Вот подарки хорошо. Подарки – это очень нужно. Приходите к нам на студию чаще. Конкурсы, мероприятия проводи, пожалуйста, привози какие-то там коллективы. И, в принципе, на вот этой вот волне такой, ну, гречневой, да, гречка сейной, то можно выигрывать выборы и не попадать в конфликты и быть отличным депутатом. Все будут говорить, какой прекрасный депутат. Так, то есть, приятно. В принципе, сознание людей, по вашему мнению, не поменялось, как покупались голоса за гречку, так они, собственно, сейчас это можно дальше и делать. А как насчет, вот, хотелось бы все-таки видеть какие-то изменения после 2013 года в стране, да, и чтобы у людей поменялось сознание. Вы видите хоть какие-то проблески в этом или все остается на местах? Я вижу не массово, но отдельные люди уже хотят знать свои права и хотят влиять на процессы. Но вот в селах, на периферии это намного хуже с этим дело обстоит, чем, например, в городе, в областном центре или там в других городах области. Но играет роль уровень жизни. Скорее всего. И информативность. Тут население настолько не информировано, потому что в основном все смотрят, тут страшные вещи сейчас скажу, в Николаевском районе много раз, заходя домой к людям, я видел, что они смотрят российские каналы. Ну, то есть мало того, что... Тарелки стоят, да, уже плохо, что они смотрят телевизор и берут только эту информацию для себя. То есть они могут долго рассуждать о там, президенте, о премьер-министре, но они не знают, кто их районный депутат, и кто их сельский депутат, и кто глава администрации, и кто глава районного совета. Они могут не знать этого, путать их, и не знают, как обращаться. Вот я, когда перед людьми делал отчет свой за деятельность депутата, это, кстати, очень редкая штука у нас, в основном делают отчеты на бумаге, а я вот так поездил по семинарам, понял, что это хорошая вещь, и провел такую встречу. Это повышает узнаваемость. Да. Провел встречу, отчитался перед людьми, и потом говорю, ну давайте теперь поработаем над вашими проблемами. Я хочу, чтобы вы мне дали какие-то депутатские доручения, что нужно сделать, какие накопились за эти годы проблемы. И вы знаете, люди не так быстро сформулировали, что им нужно. То есть были какие-то отдельные просьбы. А мы хотим все и вчера. Да, мы хотим, или не то, что относится вообще к моей компетенции. Мы хотим зарплаты, мы хотим там рабочие места, мы хотим, ну, вот то, что... Я как районный депутат вряд ли смогу сделать. Ну, и как бизнесмен? Как бизнесмен приходится делать постоянно. Я и бизнесмен, и меценат, и где-то в районе 200-300 тысяч в год у меня уходит просто на благотворительность, на помощи, на проведение. А вы разделяете? Я понимаю, что как бы сложно. Ну, депутат районного совета – это все-таки не депутат Верховного совета, да? И сложно, наверное, разделить работу и вот эту социальную нагрузку, назовем это так, вот депутатство. Да? Но тем не менее, у вас получается это разделять или все-таки вот в жесткой сцепке? Я слышал не раз, что если ты хочешь быть профессиональным политиком, профессиональным депутатом, то надо вообще немножко забывать про работу. То есть надо этим заниматься постоянно, не терять вот эту вот информацию, постоянно быть в этом поле информационном, депутатском в твоей работе.
И, в принципе, так и получилось, что мне пришлось немножко даже наступить на свои там бизнес-интересы ради того, чтобы пытаться больше вникать в людские проблемы и, ну, то, что я могу сделать. Поэтому, да, разделяю и, да, страдаю от этого. Хорошо, а вы планируете дальше заниматься политикой? Это затягивает? Есть какой-то такой, от того, что ты депутат, этот статус немножко добавляет. Ну, там выше ростом, да? Да-да-да, немножко поднимает подбородок и задирает нос. Но сложности, то есть если ты хочешь быть свадебным депутатом, таким свадебным генералом, то вообще нет никаких проблем. Можно баллотироваться, и приятно, что тебя везде любят, везде принимают, а тебе пишут благодарственные тебе письма в районных газетах. Но как только ты начинаешь сталкиваться с проблемами, решать эти проблемы, появляются враги, потому что если ты помогаешь одним людям, очень часто бывает, что наступаешь на интересы других людей. Появляются враги, и начинается уже такая сложная работа, которая не стимулирует к тому, чтобы идти дальше в депутаты. Ну, вы говорите о том, что встречаетесь с людьми, я так понимаю, не только во время депутатских отчетов. Проблемы, о чем говорят люди? Какие проблемы сегодня есть в Николаевском районе? Да, определенным образом вы сказали, там, рабочие места, там, зарплаты выше, но как бы это общее понятие какие-то, да, это общая проблема в целом для Украины. Есть какие-то исключительно районные проблемы, которые, вот, возможно, не накапливались годами, возможно, они вот внезапно возникли. О чем говорят люди? Самое первое, что люди всегда упоминают, это вот такие обыкновенные житейские радости. Это освещение, вода. В принципе, это то, что должен делать местный совет, сельский совет, сельский глава. Казалось бы, сегодня большой проблемы это не составляет. В рамках децентрализации, собственно, мы об этом, да, мы запланировали себе эту тему. Открываются новые возможности, но тем не менее, это зависит еще и от желания местной власти сделать все качественно. Да, всегда люди начинают свет, вода, потом постепенно переходят на спорт, культуру, мы хотим клуб, мы хотим аппаратуру, нам негде детям петь, танцевать. И перевезення, маршрутки, это, ну, практически всегда на всех встречах поднимается эта проблема. Это просто какая-то катастрофа у нас сейчас с перевозками. Постоянно люди жалуются на это. Ну и вот решение проблемы вы видите? Да, конечно, не так все просто. Но вот сейчас на последней встрече с людьми меня попросили изменить маршрут. Маршрутка проходит не через село, а просто по окраине села. А многие старые люди с одной стороны села до другой просто, ну, им тяжело дойти. Mm-hmm. Особенно, когда с покупками идут, там, с сумками. Попросили изменить мне маршрут, и мы сейчас этим занимаемся. Подключил областных депутатов. И, в принципе, мы нашли уже взаимопонимание. Хотим провести эксперимент, насколько это получится с перевозчиком. И я, в принципе, не вижу проблем. Все согласны. И... Кроме перевозчика. Перевозчик это вообще отдельное государство какое-то у нас в Николаевской области, потому что, ну, вот столько, сколько говорят о Николаеве в плане перевозок и в плане проблем, по-моему, наверное, не говорят ни об одном другом регионе Украины. У нас даже люди выходили бастовать, если вы, может, помните, под администрацию выходили, когда поднимали тарифы. Да, это вот новая зимой. Богдановка. Да. Ну, я тоже езжу по этому маршруту. Угу. Кстати, вот пользуясь случаем, я вот что хочу сказать. Есть утвержденное расписание. Дело в том, что рядом с между Старой Новобогдановкой очень большой дачный массив. Ну, собственно, вот туда я и езжу. И есть утвержденное расписание, в котором написано, там, в такое-то время маршрутка должна возвращаться в город. Так вот она не возвращается. А в воскресенье водители, в принципе, вот они как хотят, так и ездят. Но это же тоже неправильно, это тоже проблема. И, наверное, надо искать какие-то способы, я не знаю, прижать хвост такому перевозчику, если он не выполняет условия договора. Туда есть очень много разных нюансов. У нас есть перевозчик, вот как раз туда, в Новую Богдановку, перевозчик-монополист ездит. У которого и ничего ему не сделаешь. Очень тяжело, да, потому что он и бывший областной депутат, и, ну, с ним тяжелее воевать. Тот перевозчик, о котором я говорил, у меня на моем округе, ну, он вроде пошел навстречу. Пока мы с ним проблем не видим. Люди мне рассказывали не только то, что вы говорите. Люди говорят, что просто маршрутчики проезжают маршрутки и не останавливают по требованию людей. Бывают вот такие. Есть просто настолько разбитые маршрутки, что люди боятся вывалиться из дверей, которые открываются на ходу. Ну, вот такие
примитивные проблемы. И ведь эти же люди, они выставляют свой транспорт, выставляют предприятия, свои услуги на конкурс. И, ну, я понимаю, что это, наверное, не к вам вопрос, но тем не менее, они же выигрывают эти конкурсы. Там же хитрая такая схема. Выигрывают как раз вот монополисты, 3-4, несколько предприятий, которые потом уже заключают договора, субдоговора, я не знаю, как там, какая точно схема, с уже частниками, владельцами автобусов. Поэтому часто предприятие на маршруте одно, а ездит тот человек, который заключил с ними договор. И какие у них там договорные обязательства, повлиять на них очень трудно. Навести порядок в маршрутках – это тяжело. Ну, маршрутчики – это не единственная проблема района, так ведь? Да, кроме… Ну, это такие самые вот основные повторяющиеся проблемы из года в год. И, естественно, незаконное использование земель. Отсутствие... Это тоже частая проблема, наверное, не только этого района. Да, отсутствие пастбищ для животных. Тоже был у нас скандал, и тоже перекрывали люди трассу. А куда они деваются? Есть же специально выделенная земля вот под пастбище. Куда деваются эти земли? Почему? Они кем-то распахиваются, они кому-то там законно и незаконно выдаются в аренду. Как все это происходит? В недавней ситуации мы разбирались. В принципе, каждый сельсовет должен был в свое время оформить публичное пастбище. Ну и по каким-то причинам не все это сделали. Естественно, что на эту землю сейчас много претендентов. И они правдами-неправдами получают, нарезают эту землю там, по 2 гектара или какими-то другими способами. И все это становится чья-то частная собственность. И поэтому, если не оформили сельсоветы по эти пастбища, рано или поздно они могут просто уйти. Потому что проблема в том, что землей за пределами сельсовета не распоряжается ни районная власть, ни местные советы. И распоряжается Державное земельное агентство. Ну, хорошо, а в рамках децентрализации появляются ли новые возможности у громад? И, в принципе, да, вот если касаться темы децентрализации, какова ситуация в Николаевском районе, насколько охотно там объединяются, и есть ли уже какие-то результаты, о которых можно так, ну, ура, мы смогли, или все-таки проблем больше? Очень многие люди сейчас рассуждают о децентрализации. Вот премьер-министр приезжал со знанием дела. Все говорят, что это нечуваное піднесення, появились дополнительные огромные бюджеты. Ну, появились и проблемы дополнительные, и обязанности появились дополнительные. Поэтому в каждом районе по-разному прошла децентрализация. У нас должно было быть 3 громады, весь район должен был разделиться на 3. Сейчас появилось 4. То есть не весь район объединился, частично объединились по 2 сельсовета, получилось 4 громады, и 5 еще на подходе. То есть у нас разбился район сейчас вообще на несколько маленьких кусочков. Есть ли смысл в таких махоньких громадах? Насколько они способны, жизнеспособны, скажем так? Ну, вот эксперты говорят, что не жизнеспособны, что надо хотя бы 10 тысяч, чтобы было примерно население в громаде. Тогда можно и делать отдел образования, то есть власть выстраивать вот в такой громаде. Все районные структуры можно переносить в громаду. А сейчас это, ну, сейчас это сложно, пока маленькие. Но вот так у нас на 2 булавы 3 гетьмана. Очень тяжело людей объединить. Каждый боится потерять свою власть. Объединяться люди очень сильно не хотели. Почему? Чем объясняют? Никто, может быть, недоверие такое, знаете, ко всему новому. Все, что у нас новое начинается... И снова мы говорим о низкой информированности, да, населения. Хотя, вы знаете, и низкая информированность населения, но и когда были какие-то выездные семинары, там, офиса реформ или людей, которые рассказывали о децентрализации, ну, такого прям повышенного внимания не наблюдалось на встречах, чтобы люди обсуждали вникали это потом, как-то. Вникали, да, потому что там очень много таких деталей, ну, на которых недолго останавливаются, но которые влияют потом на всю оставшуюся жизнь. Ну а ваше мнение по поводу децентрализации, нужна ли она в таком виде, в котором она ее позиционирует сегодня? Или все-таки рановато нам еще? Из той ситуации, из того вида местного самоуправления, которое у нас было, надо было как-то выходить. То есть вот эта многоуровневость, Киев, область, район, сельсовет, ну это уже отжило свое, но не давало никаких успехов. И районная, я сейчас уже могу сказать, что районная власть была не очень хорошим собственником и распорядителем, и управителем района. Действительно было много проблем.
Чтобы этого избежать, и сделали децентрализацию. Сегодня в бюджетном отношении те громады подчинены напрямую Киеву. И они сами распоряжаются своими деньгами на свое усмотрение, как они хотят. Конечно, это намного лучше. Если говорить об эффективности распоряжения? Естественно, сразу же громады начали с чего? С тех же лампочек, дорог. То есть все деньги, сверхденьги, которые они получили в свое распоряжение, они направили на благоустройство. В основном на благоустройство. Правильно ли это, по вашему мнению? Ну, я считаю, что неправильно, со мной многие спорят. Потому что, ну, люди натерпелись, люди сильно этого хотели. Фонтаны, лавочки, парки, все всегда этого хотели. Но мое мнение, что надо все-таки наступить немножко себе на горло и вкладывать деньги туда, откуда потом придут деньги. Потому что каждый год бюджет примерно остается на том же уровне, а спускается все больше полномочий, все больше статей расхода. Поэтому денег будет все меньше, меньше и меньше. Да. А ответственности будет все больше и больше. Поэтому сегодня надо обязательно экономить, делать проекты на утепление, менять котлы, менять, ну, все то, что приносит большие затраты, вкладывать туда деньги. А потом уже, когда останутся деньги на развитие, на благоустройство, ну, их или можно параллельно делать, но не упираться, не тратить все 100% денег на то, что не принесет денег завтра. Могут ли громады сами зарабатывать? Могут ли привлекать инвестиции? И насколько это реально? У нас я сегодня не увидел еще каких-то вот таких прям серьезных взрослых проектов, которые принесут дополнительные рабочие места или дополнительный доход в громаду. Пока. Может быть, это пока первые несмелые шаги? Я надеюсь на это, что это вот так есть, что люди пока еще думают об этом, вот-вот к этому подойдут и начнут привлекать инвестиции. Но нужны какие-то действительно вот наглые, амбициозные проекты, наверное, ну, мне так кажется. Ну, я не вижу. Вот команды я смотрю, громад новых, ну, я не вижу там людей таких прогрессивных, которые вот могут действительно изучить какой-то опыт соседний, внедрить его у себя. Пока с этим тяжело. Ну и первый год, в принципе, вот у нас громады, можно сказать, начали функционировать с 1 января. Прошло там 7-8 месяцев. Сейчас мы начали такой проект с моим журналом «Влада Громадом», отчет головы громады за полгода. И мы смотрим, кто что сделал. Ну вот в основном это благоустрой и проекты изготовления. Сейчас же усложнилась ситуация, как потратить деньги. Сейчас надо сделать проект утвердить, пройти все экспертизы, проверки, потом вынести его в Прозоро, найти подрядчика. Казалось бы, вроде все должно было быть проще, а все. Ну, да, и люди очень сильно этим недовольны, потому что им кажется, подождите, у нас, вы же сказали, что у нас 30 миллионов гривен денег в бюджете, а ничего не делается. Вы же сами хотели лампочки и фонтаны. Нет, так даже лампочки и фонтаны – это тоже проекты, это тоже определенная процедура. Никто к этому не был готов, что это все так долго делается, что нельзя просто купить лампочек, нанять ближайшего там исполнителя, и он все сделает. Все теперь вот так вот делается сложно и долго. И многие... То есть конкурс между теми, кто лучше вкрутит лампочки? Ну, по большому счету, да. Там какое-то есть определенное ограничение, до которого можно там нанимать, ну, можно не проводить конкурс. А все, что свыше определенной суммы денег, то надо обязательно проводить конкурс, тендер. Ну, тем не менее, насколько я знаю, все-таки в район привлекаются инвестиции. Например, вот солнечные батареи. Да, вот каким образом этот проект реализуется? У нас в районе два разных предприятия, ну, из того, что я понял, изучив более-менее эту ситуацию, два разных предприятия решили поставить солнечные батареи в Ольшанской громаде и в Михайловской громаде. В Ольшанской громаде предприятие использовало земли, заброшенные производства, и вот там будет внедрять свой проект. А в Михайловской громаде так получилось, что солнечные батареи решили установить на месте пастбища, там, где люди пасли коров. И там проблемы. То есть это узаконенное пастбище или нет? Не, это было... Стихийное. Стихийное, это землезапасы были. То есть люди привыкли, что там ничего никогда не сеется, не пашется, и коровы пасутся. Люди теперь против активно. Естественно. Только недавно, вчера были громадские слухания по этому поводу. Теперь собственник, который купил эту землю, выделил ее под себя или купил, она у него теперь в частной собственности, он хочет изменить целевое назначение под уже батареи. С пастбища на изготовление электроэнергии. И люди
категорически против, хотя законных оснований, вот так получилось глупо, да, что вроде как громада, вроде как полномочия отдали на места, а громада сама не может распоряжаться землей, которая впритык находится к их сельскому совету. И люди, конечно, против, они нашли там кучу проблем с этими батареями, коровы не проходят, может быть какое-то излучение, будут мыть батареи, будет течь корова это все. Корова вырастет третий рог. Ну, если честно, баталии настолько серьезные и споры настолько, ну, вот неразрешимые, что просто грусть берет. Сум і у мене, тому що, на жаль, наш час вичерпано, ми маємо прощатися з вами. Цікава розмова, як на мене вона склалася. Я думаю, ви приходьте ще. Обязательно приглашайте. Як генерал. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за відповіді. На все доброго. Спасибо вам. До свидания.